США такое блюдо называется французскими тостами, они отлично подходят для завтрака или полдника, готовятся быстро, а получается очень вкусно, делюсь с вами рецептом их приготовления. Подать такие гренки можно к чаю, кофе или любым другим напиткам, можно к ним добавить корицу или полить ягодным соусом, этот рецепт достаточно универсален, дополнить его можно своим любимым вкусом, очень вкусно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Смешайте молоко с яйцом. Батон нарежьте и обмакните в молочную смесь. Обжарьте на горячей сковороде с двух сторон. Выложите на салфетки, чтобы впитать лишний жир, посыпьте сразу сахаром. Жду ваших лайков и комментариев. Приятного чаепития! Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Батон 1 штук, яйцо 1 штука, молоко 150 мл, сахар по вкусу, растительное масло 100 грамм для жарки, количество порций 3-4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.